Всем привет! Мы находимся в драм-театре в Абакане. И сегодня мы будем смотреть специальное театральное шоу «Песни первых птиц». В общем, сейчас вам все покажу. Дмитрий. Здесь вот такая вот представлена фотозона. Это второй этаж. Я уже здесь сфотографировалась. С нами Саша, Кристина. Сцена. Друзья, сейчас Алина нам расскажет, где здесь QR-код. А, вот он, QR-код. Да, вот так это выглядит. Уважаемые зрители, наслаждайтесь общением с артистами Русского театра имени Лермонтова. Вот, все. Наводим QR-код. Алина, давай ты прорекламируй, как это происходит все. Давай, вот так это все. Дело выглядит. Нажимаем сюда. Оп. Смотреть. Смотреть. И наводим, допустим, на любого актера, да? Да. Угу. Если жизнь вот тебя так обманет, оживают. Не печалься, не сердись. В день уныния смирись. Тель веселье верь, настанет. Вообще выглядит. Да. Настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Класс. Что пройдет, то будет мило. Супер. Алина, у вас в театре сказка тоже, да? Да, есть? Появились новые такие же портреты. Теперь повод еще в сказку нам сходить. Алина, кстати, работает в театре кукол. Сказка, звука. Режиссером. Звукорежиссером. А я хотела сказать звукооператором, но это одно и то же. Ну, почти. И так. Правильно. У меня два направления. Угу. Мастер Маргарита играл Максим Султреков? Да, мастер. Ну, угу. Это есть где? Легендарный. Какие цветочки мы взяли? Букетик. Кошечку подарим. И еще у нас здесь в пакетике тоже подарочки есть. Это все актерам, принимающим участие в шоу.
Мы приехали в театр пораньше, чтобы здесь все посмотреть, почитать, пофотографироваться и в предвкушении, в восторге. Театральное шоу идет два дня, 29 и 30. Вот сегодня у нас воскресенье, 30 июня, и мы находимся здесь в предвкушении. Ох, какая кукла красивая. Актеры. Национальные хакасские костюмы. Наша семья дружная, помахали. Сейчас будет фотосессия. Спускаемся вниз. Давайте кофе. Че, 4, да? Я не знаю. Чай можно? Друзья, а мы ждем начала спектакля. У Димы зеленый чай, не черный. Дети наши кофе пьют. И вот с таким вот красивым букетиком. Скоро этот букетик мы подарим. Интрига. Интрига пока. Кому этот букетик будет? Пригласительный билетик. Ждем начала, через 10 минут начнем.
Галины рабочее место, друзья. Супер. Она у нас звукорежиссер, озвучивает это шоу. Мне очень нравится зал, такой свободный, просторный. Ну ладно, удачи тебе. Спасибо, до встречи. Да. После шоу едем обмывать это дело. Да, наслаждайтесь. Шашлычок. Ладно, спасибо. Нам Алина подарила пригласительный билетик. Спасибо еще раз тебе. Ждем начала. Я поднялась к Алине, посмотрела ее рабочее место, классно. Пожелала ей удачи. Ну и потом мы это все дело заедим и забьем дополнительно. Thank you.
Гордеев, Максим Гордеев. Музыкальное оформление Амина Курзина. Видеопроекция и монтаж Олег Кузьмин, Роман Эксендерский. Заслуженный коллектив Российской Федерации, танцевальная студия «Энергас». Дочу поздравил с премьерой. Цветы были для тебя, интрига была. Спасибо. Мы после представления со свежими эмоциями. Мне очень понравилось, восторг. В общем, смысл там такой, что у разных народов мира разные представления о возрождении Земли. У хакасов это утка, у индейцев это ворона, и у народов севера. Народов севера, да, гагары. И вот как они существовали, и как вторгся человек в эту природу. Очень понравилось. Очень красочно. Вообще здорово. Супер. Свет, актерский. Звук, актеры. Просто да. Здорово. И в конце девочка выходила. Это символ того, что планета вновь зарождается. Начало новой жизни. В общем, супер. Я в восторге. Театр вообще молодцы, молодцы. Да, просто да. Аж сердце бьется. Классно. Вживую это супер. Молодцы. Да. Высшая пятерка из 5 баллов. Драмтеатр. Приехали в театр, была погода теплая, без дождя. Вышли, здесь ливень, но у нас несколько дней была измеряющая жара, поэтому мы очень рады дождю. И вот даже неохота в машину садиться. Вот так. Все, едем. Посмотрите, это мой подарок. Дима мне подарил жирафа. У меня в детстве когда-то был такой жираф. Сейчас я его распакую. Мелочь, а приятно. У меня в детстве был такой жираф. Вообще такой классный. Я его как увидела, прям влюбилась. Вот он, прикольный, да? Вот он. Пополнит нашу коллекцию мягких игрушек. Саша, Кристина, как вам шоу? Отлично. Мне понравилось. Супер. Я еще пойду. На этот же или на другой? На другие. Тоже другие. Вот надо традицию такую сделать, в театр ходить. Ну супер, да, согласитесь? Да. Такая атмосфера, это вам не кинотеатр, это совершенно другие эмоции, да, вот вживую, ну, когда да. играют. Так это просто здесь была музыка, но смысл, конечно, был понятен. А вообще, когда вот следующие пьесы, если посмотреть, постановки там офигенно. А когда молодежи состав очень много молодежи. Актерский, будет. Классный, молодой. И играют вообще супер. В общем, из 5 ваша оценка? 5, 10. 5, да? Ну супер. Это мы нашаманили дождь. Да-да-да.
финальный штрих. Звукорежиссера Алина берем нам с собой. Пригласительное, огромное ей спасибо. Массу удовольствия получили. А вы поняли? Тоже, да. Поняли? Да. Ну да. Классно. Да, Кристина сказала, теперь надо это за регулярную основу сделать. Да? Да. Так что давайте там новые постановки делайте. Новые постановки. Приглашаем всех в театр «Сказка». Да. Главный звукорез театра «Сказка», город Абакан, познакомьтесь, Алина. Ты уже меня 10 раз представила. 11. Приехали мы в кафе «Юрта» съесть шашлычок. Сейчас вам покажу кафе, где в Абакане очень вкусный шашлык готовят. И интерьерчик вам покажу. Музыку заглушу, так как популярная музыка звучит. Возвращаемся домой. На улице дождь. Прекрасно провели вечер. Как будто один. Всем пока-пока. Пока.